Друзья, с недавнего времени начала смотреть песенные стримы. Заряд позитива на весь день. Павел Арламов. Посмотрите, какие прекрасные песни он исполняет. Как он играет, какое настроение, сколько позитива он дарит людям. Самое первое, что бросается мне в глаза на всех его видео, фон, красивый фон. Сейчас вам покажу. Сорвать готов, но побоялся ее шипов. А утром рано я в сад вошел, но этой розы там не нашел. Ой, роза, роза, я закричал, зачем тебя я да не сорвал. Ой, роза, роза, я закричал, зачем тебя я да не сорвал. Обратите внимание, на заднем плане храм. И даже барабанщик вертит палочки. Хочет записать Павел Арламов сольный диск. А юзеньки проулочка веселые идут, гармошечку играют, Марусеньку поют. Ой, да, ой, да, да. А гитарист и барабанщик одно и то же лицо. Играют, Марусеньку поют. Ой, да. Посмотрите, какой колоритный сарай на заднем плане. Рубленый, сруб, старый. Я же вам говорю, у него все время продуман задний план. 5000 подписчиков. А я смотрю во все глаза, ах, какая красота! Ромашка белая, а лепесточки нежные, а мне дороже всех цветов. Наверное, съемка проводилась весной. Обратите внимание, листики. И какие все-таки строения раньше были низкие. Нежные, а мне дороже всех цветов, а ведь она моя любовь. Я нарву цветов букет среди... Поле, чистое поле, скорее всего осень, все скошено. Все время продуманный задний план, друзья, это говорит о том, что человек занимается профессионально. Любо мне, посмотрите, какое классное облако. Разливается, и зеленеют рощи. Тень от оператора падает на гармонь. Снимает так, чтобы на лицо падал свет солнечный. Только забыли человечка отодвинуть чуть подальше. Песня про войну, на заднем плане автомобиль. Я же вам говорю, у него все время продуманные задние планы. Собака. Сынок, ты рукой взмахнула, узнавая, ты ко мне спешишь, спешишь, не чуя ног, ты рукой взмахнула, кажется, это автомобиль Мамон, ты ко мне спешишь, спешишь, не чуя ног. Как называется марка автомобиля, кто знает? Дай я обниму тебя, мама, за плечи. Знаю я, что не было, не было ни дня пред иконой, зажигая свет. Бога, ай, мама, да за меня, пред иконой, зажигая свечи. Ай, мама, Бога, ай, мама, да за меня. О, супер, подсолнухи. Интересно, что все стоят назад к зрителю шляпками в ту сторону. Солнце ему светит в спину, но, видимо, облачность. Интересно, да? Первый раз вижу, чтобы снимали, что подсолнухи вот так отвернуты. Седая, и луна мне теперь не нужна. О, я только сейчас обратила внимание, пальцы в кольцах, браслет. Творческий человек Павел Арламов. Теперь
классно. Орел все закрылы, далеко ли ты летал? Летал, братцы, да я далек, о, недалеко. Из-за синее, за море. Неинтересно, где у них микрофоны? Они же должны звук писать. Видно, что-то стоит вот спереди. И выхватывает, ой, либо спрятано где-то. За моря, мужичок рядом с ним такой колоритный, с бородкой. Поют акапелла. Я да сильно драл, ой, я дралась. Второй мне тоже нравится. Павел Кольца носит постоянно. Войну царя. Царя солнца всходит. Друзья, ну вот такой Павел Арламов готовится к записи сольного диска. Он ведет песенные стримы. То есть классные, шикарные песенные стримы. Я вам оставлю ссылочку на него. Мне очень нравится. Во-первых, исполняет все, весь аккомпанемент на гармонии. Во-вторых, классно поет. В-третьих, позитивный. Я хочу вас познакомить с таким замечательным каналом. Запомните, Павел Арламов. Можете прийти к нему на стрим. Я вам оставлю ссылочку под видео. И всем пока!